Угни ничего вылетел. Сука, когда, блядь, вылетайте закончатся уже? О, обиделся. Ты обиделся? Ну, нас только один может добежаться сейчас. Нас опять Калагарна вращает. Правую руку бейте, но трэш будет все равно там, где правая у него должна быть. Колян. Обиделся. Кто такой Колян? Калагарн. А, этот петух Бог с руками. Бог стоит. Ясно. У нас хотя бы бомботы это под кинг-хп не были. Не взрывались. Не напоминает это говно. Что тут надо? 2 ДЦ надо, бля, 10 хилов, хуй знает. Вот руку говорят, сакры там кидать паладином. Ты понимаешь, что тайминги мы не знаем? Хуй ты угадаешь. Да, ну да, тут да. Он же раз, мгновенно дамаг этот дает. Его только щитками, с оборотами и захиливать сразу. То, что вот он пронес. Ну там он руку вроде замашку делает, кстати. Потом проводит. А по анимации можно полить, типа? Если так, то надо заметить, когда анимация идет. Я просто не смотрю туда. Тогда может поможет. У сакры есть у кого? У Насти, у Тагариуса. Нет, остановись. Что? Азраилов ДД спека. Да я вот думаю, не знаю. Давай попробуем. Только с хвостатым поделите, какие пати будете считывать. Там две пати ты, три пати она или наоборот. Да, так и можно его в холика спетлить. Да, блядь. Хотя, если будет холик, то будет более ауэ. Там тех хилов хватает на захил. Нужны щиты, чтобы были. Чтобы они быстро были. Ну окей. Она все 25 не успеет накинуть. Это не заражение на лече. Хотя примерно так же, но что-то кажется, оно быстрее идет. Гнида, что ты там? Опять вылетел, походу. Вылетел Гнидыч. А обнова не было, да, никаких? Кроме этого 16 числа. Хуй знает. Да, в субботу включил лаунчер на автомате, сразу обнова пошла. Ну, не обнова, это проверка автомата. Целый день ждал. Я качал тот раз новый, у меня все равно были вылеты. Но сейчас вроде нету. Смоним. А он уже прибежал. Рыбов.
правую руку только бейте, пожалуйста. Не левую. Рыба же была, да? Блять, а почему он спиной к нам стоит? Да зато бывает. Обиделся. Пиздец. А чё, как руки теперь будут? В прошлый раз его били точно так же, просто всё нормально будет. Ну вот да, это, да, просто руку правую бить, а появляется трэш все равно с левой стороны. То есть он привязан к локации, а не к руке. А, вон тот черепок надо бить, а появится там, да? Да, да, да. Ладно. Ебать, пиздец. Гнидыча опять нету. На, где наш маг канава? Да вот вместо него гнидыча взяли. Он ухнулся. Он уже ухнулся. Ой, бля. Вы тоже заебались, да? Не, мне хуяно сейчас. О, Гнидыч. Гнидыч, ты готов? Пульнем, пока ты не вылетел, блядь. СС главное повешать там. Да, СС, ебаните там. Блядь, сейчас еще дисконет червак, блядь. Сейчас он проверку нажмет и вылетит сразу, блядь. Бигвар. Ну вы поняли, да, черепок поставил, которого бить, типа. Отдаю отчет. 2DC, есть шанс, блядь. Кот, кот хуёво стоишь, блядь, с другой стороны черепок. Там по названию надо, мобы все равно там появятся. Ебанутый босс, блядь, через спину хуярит. Пиздец, там этот. Вообще бред. Интересно, он выкинет их к нам? Выкинет, выкинет. Туда, туда выкинет. Ну нормально, там лок есть. Все, все, сосредоточьтесь. Просто захиливайте на фуру, нормально. Захыпало, пиздец. Давай, цепухи, цепухи. Кстати, этот... Те, кто в руке, там урон не получают. Хорошо. Это замечательно. Есть шанс. 200 тысяч, да? 10 тысяч вылетят. Сука. Иду мобов. Мобы. Не подходите сюда, великий. Только РДД. Фулл АОЕ сюда. Отдал дубовую. Вот так, отлично. Теперь так еще немного раз. Хвостат ему инер дал. Инера раскидайте. Сейчас пока тело недолго, и сейчас рука появится, рестница. Будем бить ее. Все, и просто повторять эту хуйню. Рука, рука. Я в руке. Рука. Киньте, дайте Геру, сахар, дайте Геру, дайте Геру и хуярим руку. Сахар дайте. Не салки. Лапки большой, но проходит. О, о, подловили. Ну ты ж не успели их разбить. Я Настю ресую. Визиря Макшамарна, Тимбыч кошку. Ставлю тезем на ману, пожалуйста, зарит, прочитай егин на ману. Я и, снова в руке. И руку, руку сильно. Глаза. Успели отпустить, там... Макшамана кто? Визиря говорил. Сразу захильте его щиток ему. Каску лапу приставал. Долбим руку, руку, все, все руку, все черепок. Я лишу тебя жизни.
Самое прикольное, что он сало теперь не вешает. А ты ковш. Левая рука это ковш теперь, все понятно. Это правая рука. Глогар. Эх, базуку умеешь. За друлю базуку. Да. Меня. Ты меня не подымешь, я вниз упал. Правую руку бейте, два хила. Бьем тогда, пытаемся. 400 тысяч давайте в руку. Обломки. Свич, все. РТД. Живи, Войд. Пиздец, где побивает там. Сильнее-сильнее осколки. И потом туловище. Ух. Еще раз пожили. Так, Иннер сдал. Хуйня осталась. Еще разок, наверное, так. У меня тоже Иннер, киньте. Рука появилась. На вторую-то можно. Рука. Быстрее в руку, а то схватит и убьет людей. Барбега может дать второй ТТМ и... Идем на маму. Роланда, есть стать? Есть. Фулл бафы по ней сразу, пристабав всю хуйню. Руку-руку сильно. Прям брусты отдавайте всю хуйню. Я нашел место, где он не берет в этот лазер именно магов или вообще РДД и не кидает сало. Давайте сильнее в руку. Когда эту разобьем, сразу начнете другую бить. Там она почти поломана, кстати. А, да? Тогда не ее, бейте. Ее не бейте пока. О, блядь, меня схватило. Разбивайте быстрее правую. Тут левая умрет. Блядь, левая умрет, пиздец. Отошли от левой стороны. А ловить некому, блядь. Говно ебаное. К воротам отойдите все, кто не РДД. Бейте осколки. Бейте осколки. Делать нехуй, заливать надо. Дубового, да. Я сильно открылся. Ой, не Иннер, а да. Ну и ту руку, которая живая, сейчас все бьем. Добьем ее, босса убьем. Ну, затрою рейс, потому что чем она рефлексит. Так, правую добиваем, сейчас опять осколки. И потом свич. Давайте. Сколько у босса там? 3 ляма у босса, все в босса бейте. 11%. Осколки не надо, я потанчу. Босса бейте, все в босса, фулл ДПС в босса. Я геру дам для павших. Просто босса пробуйте и все, и захиливайте эту хуйню. Давайте, мы сможем. Можно гимнер просто на босса подать, даже нарим. Да, если что. Надо можно гимнер подать. Ну, Хакар, скинь сокру в Войда. Масса сокру, масса сокра, давайте, чё? Нет, масса сокру, обе входят. Дай синер мне, пожалуйста. Бейте там лям, бейте там лям. Я прожимку на хп дам. Всё, захильте это и просто бейте. 3% осталось, давай. Всё, хуяйте по максимуму. Давайте, давайте, убиваем, убиваем, давайте. И, кстати, сундук сразу не лутайте никто. Пусть да, гниды. Да, это приморозьте, откиньте, приморозьте, камень юзу. Добивайте. Да, убили эту уроду. Поздравляю вас всех!
Вот даже ачивку дали багнутую. Это приятно. Не бегите никуда сейчас, подождите, ресните все. Войт, ебаш, накинь ЕП. Да, давай ЕП, кстати. Ну, давай за первое убийство да. Этого пидора. ФК, ФК, да. Двойное дам. Он вообще... Кстати. Где мой осколок? Он упал? Подождите, не открывайте, не открывайте. Пусть все зайдут. Ставьте шкаф, сумоньте всех сразу. А, они в портал могут идти. Вон, это если еще как кружок показывает, вот так идти надо ровно. Не вправо, не влево. Ровно бегите. Как знаете, в фильме этот Индиана Джонс и последний крестовый поход. Шаг веры, да? То есть вот этот прыжок веры. Это вас открыт было. А что, собрание не идем ведь? Ну это ж вера, надежда, любовь. Сейчас подождите. Точно тут голова, мы не можем. Че, все тут? Кто там? Пана, нет, тут Агариус, Хвостатова, Роланде. Где шкаф? Где шкаф? Поставьте давайте. Шкаф. Давайте. И пана еще нету. Осколок мой отдайте. Че, прикинь, дискон, блять, а мы тут даже не видели. Сон здесь. Че, пана тоже походу видела. Ну сфера, блядь. А, этот, по-моему, топовая выпала фигня, вот как она называется. Левая рука. Сапоги? Левая на эрдру, я бы взял. Я возьму, наверное. Тагариус или Клипса, кому из вас надо? Там надо, чтобы голова была, чтобы это одеть. Это Клипса. Не, я к тому, что если 5 кусков Т7 есть, вы можете эти поставить штаны. Ну я не знаю, если для брони надо. Ой, тебе очень нужна левая. Ну это Эрдру, понимаешь? Хаста, дух. Ну, Аркану тоже зайдет. Ну. Ну, то есть на этом. Можешь забирать. Ты промахнулся, да, Эклипсе, пан? Да не, пускай у пана лежит, ему же не надо. Или если он надо. Сказал, можно. Ну если надо отдавать. Он не в Дисе, блин. Ну я не виноват в этом. Он отдал. Вот эти наручи надо кому-то перчи. Крит, МП5 хуйня какая-то, да? Копал нормально. Да, не знаю. Хоста нужно. Ну и штопольщик, я думаю, на эрдру забрать. Забирай. Так, какой у меня на эрдру, я уж не помню. Плохой. С левиафан когда-то залута. Хоть савин, но эту хуйню буду в дробяшку носить нормально. Залутаю руку по заправке огненного левиафана. И все. Да, у левиафана там что-то было на эрдру. Нет, там меткость дух. А, это савикрит. А нет, или меткость хоста. Меткость дух. Ладно, идите вниз. Тут, короче, два моба, как раз ушел босс. ДКшников у нас нету. Короче, а мы не идем собрание сейчас убивать. Да подожди собрание, давай кошатницу убьем, она легкая. Вот сюда встаньте все в кружок. Блять, зачем? Надо их отворачивать от рейда, они сейчас плюнут. Быстрее за стенку забежали в кружок. Ну, блядь, как выжили. Поднимай их. У нас вот заяц туда. Вышел. Поднимай туда, ближе от воды, а то босс там идет. Придет скоро. Короче, этих мобов надо одновременно убить. Иначе, когда один умирает, там на второго берса вешается. Этих заклинных бурей? Этот Клипса, ты помнишь, да, в десятке, что нужно на себя ярость берсерка тыкнуть и сбить каст? Я вообще помню, да. Сейчас я еще тотемы. Эти народ, хватки перебейте, нормальные хватки перебейте. А тут, кстати, не обязательно, не сбивайте саппорт, не сбивайте. Не сбивайте, не спешите. Потому что здесь, когда в лужу забегать будете, от тьмы дамаг идет хороший. Лучше пускай будет на вас саппорт, лишние 50 не помешают, хилам проще будет.
Какая же тактика, как на десятку, да? Да, все то же самое. Короче, также оставайтесь в хилах, чтобы это максимально быстро рейд поднять. Сейчас просто у нас сбивальщики кто? Креветка есть один раз с глыбой. Надо вот Роланду закинуть к миликам. Будет какой-то милик, если что, страховать. Короче, брали Роланду от локов. Спасли. Короче, хилы пускаем. Вот больше хп у которого, его бейте. Если вы того бьете, вот тот версу получит. Будет танку бить очень сильно. Я еще предлагаю просто шмонов раскидать по разным пати, и чтобы не ставили тотем на Тремора. Да понимаешь, хилам надо хилить. Роланду только закинем, вот. А вар танк, он как бы собьет каст. Ну просто меня, к примеру, третью пати ее закинуть. Вместо Трубьежа, он все равно на хиле. Это закинуть главного приста с Тремор, типа. Прилист на гитаре на себя вешает, просто вообще похуй на тренера. Надо, чтобы, ну, вдруг он собьется, надо, чтобы он маст диспел давал. Маст диспел и все. Закинем сейчас как раз тебя в третью, а ну, кстати, Роланду... если меня сейчас свапнуть, то, по идее, мы быстрее будем кошку убивать. Просто отвечу на турбил, только поменять и все. И они умирают почти одновременно. Он сказал, что он еще дает на боссы. Он сказал, что ему идти нужно. Он мне писал, что извините, напугаю. Мне нужно идти спать. Бам. Зато гнидыч не вылетел, кстати. Можно нашли новую стану сразу предсказать, геру дать и под геру залить получили.
Полиморф не действует, кстати. По идее. Стан работал в десятке точно. Но еще типа в десятке просили, ну, то есть в десятке нужно было становиться в кучу, то есть, соответственно, здесь тоже нужно в кучу становиться. Всем, кроме танков. И ломает лица. Если нужно массаж давать, сыграть и ноги. Почему ты бьешь так больно? А смотри, мы как в десятке били, мы давали геру с пола, чтобы срезали их. Держали. У нас в начале 4 тела сразу умерли от кошек. Тех же. Да, я повис. Я подозреваю, что это из-за того, что они стояли не в куче. Давайте кто-нибудь в РДД будет с меткой, типа, и все метки будут стоять, те, которые, ну, дамажат просто. Они будут все равно... Да. Но Грюдов, если Грюдов убьет, они ему будут еще дать ПР. Пускай спон у нас еще массакр даст на случай этого. Быстрее. А танк под полтинником будет забирать. Ну, под БЗшкой точнее. Да. У нее просто окошки не слипаются. Не сейчас. Десе по себе ПСку кидать, и уже начинает еще два играть заранее. Нельзя кинуть сейчас этот полиморф. Что ж, геру давать?
Вильпер, у вас есть расовый стан? Нет. Команду поднимите, у него тотем. Артефакт Ману. Не, нету. Отходим. Минус от рулю. У нас должен быть. Появилось. Бафните лапку, бафните, пожалуйста, стамину и нефлир. И кошка, кстати, меньше дамажит, чем должна. А что будет, если ее убить? Что за будет это с боссом? Виза.
И геноцид кошек. Нету вроде. Что там нужно? А уже вечно стоять? Что с первого пула там уже не пропало. Версия 3 минуты, пиздец. Мы еще даже половину не снесли. Очень плохо. Ой, лужа. Сразу этот. Всех засчитывать, попытаться всех засчитывать сначала, потом эту Марса Слэк с пула, чтобы хоть как-то выжили. Не работает полиморф, не работает. Не работает, пробовал, как это хуйня называется, спячка, да? Да, спячка не работает. Торнадо еще есть. Они не восприимчивые. Это ты агро сбиваешь, по-моему, и все. А не, вернее, ты зону агро меньше делаешь. Торнадо. Корни и вихрь, да. Я буду пробовать вихрь давать. СССР где-то так же, как и БРБ. На рыбку, рыбку. 4 минуты. Ну вот. Сразу все с обилкой из пула. Он уже на бомже не работает, не будут прыгать. У нас есть шаманы, которые кастуют свои эти каменные херни. Да-да-да. Тотемы, для элементаль тотема. Да, но тогда не будет тотем трепета работать.
Так, короче, а если может... мы спасаем с пола этот тотем, потом на тотем трек это перенести. Его убьют быстро. Давайте... Пан зайдет на... во втором окне, на ДК. Да. Во втором окне, почему бы и нет? Все равно 24 идем. Двадцать шестым Гнидыч будет, да? А можно мне в СОУ? Не попытаться нужно. Чего у нее так много хп, не пойму. Коли нас столько же будет примерно. А можно, короче, ее скипнуть, пока она будет сюда идти, мы пройдем к другому боссу. Да и у нее шмот такой себе. Намага точно. Ну, манускрипт может выпасть на свет небес. Ну, они прыгают в зависимости от чего? Просто в рандомную цель рейда или как? Такой себе лут тут. Голова классная, наверное. Я вообще подумал, что это шея. На трансмог классно идет. Да-да-да, мне... Короче, я сейчас прочитал одну интересную херню на сайте. Как спулить так, чтобы не попрыгали кошку по рейду. В общем, надо, чтобы... рейд стоял здесь за углом, а танки здесь в лужу кинули. Ну, то есть танк танчил, и рейд стоял за углом. Тогда они не прыгнут изначально на рейд. И танк ты спокойно заберет. Сразу это говорю, идея говно, потому что после этого лут не падает с боссу. Кошки вообще не побегут. Кошки на танка загрятся. Хуй его знает, почему не побегут. Я тебе рассказывал, что когда мы стояли вот здесь, вот дерево где стоит, мы вот тут стояли. Босс пришел, кошки стояли на месте. После этого лут не выпал. А кошек танк забирает. Просто кошки не будут прыгать на этот, на... ну, понял, на рейд. Пускай там хилые тряпочники станут, а кто посильнее, типа... Вары, может, пал, этого? Да. Может, Винка Панна, чтобы он зашел, просто кинул бомжа и все. В пати. Он же... в два окна. В первом окне он запустит этот... бомжа. Так приглашайте Дэйфи и сумоньте его. Чем мы стоим? Ну, он я... уже в этом. Как-то. На ДК он уже. На ДК и на паутине вместе. Ну, еще с пола все прожаться могут. Короче, если понять, что в кошек минимальный этот рейндж прыжка это 5 метров. То есть, если мы сразу в кошек станем, сразу в них станем, полностью, типа, в самих кошек они прыгать не смогут. Не станем, а, типа, подойдем, про это говорит. То есть, если мы в одном фрейме ворвемся, то, типа, они не смогут прыгнуть. Ну вот, по поводу одного фрейма, это интересная идея.
Так, смотри, кидает лужу ДК, здесь Тагару стоит под БЗшкой, когда босс уже подходит. На него прыгают все кошки, и когда на него уже сразу прыгнут, весь рейд вбегает в него, чтобы стать на режиме меньше, чем 5 метров. И где все заливается нахрен. Там типа весь прикол именно спулить, а уже если спулили правильно и танки типа выжили, то уже типа там похер, они не будут прыгать и убивать. Просто главное, чтобы он прыгнул, прыгнули кошки изначально на танка. И все, они и прыгнут на него. Кидаю лужу, потом вызываю войско. А Рика тоже СС повесь. Так, три... Когда? Войско. И бегу. Ой, страшно. Кинул лужу. Убегаю назад, да? Через войско. Кто... Никто у нас ваншотил. Клип создал. Охуенный босс. Смотри, если сделать так, как я сказал изначально, то есть они прыгают на танка, и танк их отводит сразу в рейд. Они прыгнули, потому что танк стоял с другой стороны, они прыгнули на ДК, танк типа выжил. Танк под ДЗшкой один стоит, на него прыгает, слушай, под ДЗшкой его сразу убивают. Если мы лучше стоим, они ж не прыгают, если мы вот все плотно-плотно стоим. То кошки не прыгают. Ну я так не сказал, это тоже что-то сказал. А какой тип урона получает? Так пускай только один танк спулит под ДЗ. Потому что танк в стороне все. Стоял. Все же в стороне стояли. Я могу так сделать, чтобы они сразу на танка побежали, как бы и первую на танк прыгнули. Да под баблом или там еще нельзя ничего там нажать. Под БЗшкой, под зубами попробовать и сразу сбежаться в него. Фу. Не, вспомнил. Ой, я дольжу приму, ёпты, первую атаку. Можно так сделать. Это вот спула, тут подождать, пока все эти массакру сразу. И по окончанию первой массакры, вторую массакру. Можно еще совсем полностью всем рейдом встать сюда, кинуть лужу, кошки пойдут на ДК из-за лужи, подойдут к углу, но уже не смогут прыгнуть, потому что рейджа будет маленькая.
Ну, если Last Ride, то го на собрание. Убьем. Так. Ну, давай попробуем, как я последний раз сказал. То есть весь рейд абсолютно становится за угол, кидается лужа. Кошки подходят с боссом к углу, но уже типа не смогут прыгнуть из-за того, что там рыжи не хватит. Там... В звезду. Все в одну точку. Тагариус. Да, ему с утра вставать. Да, я на доджу попробую, все равно просто пробую. С полом может успокоиться, нет? Кидать сокру и БЗ. Клипси. Смотрите, сразу, когда будет пул, сакру масс, и когда заканчивается первая массакра, паладин вторую отдает. Я сдаю, она вообще не помогает. По мне урон не проходит, когда даже вас бьет. Как будто бы она игнорит массакру, понимаешь? Угу. Я могу разве что на какой-нибудь там луче сдать. Блин, что-то макрос не работает, что я сделаю? Два раза нажми просто и все. Так, юзай войско. Да. Все в одну точку, танки тоже. Звезду теперь все. Все. Липса. Сразу толпу, в толпу. Замечательно. Ясно, как убивать. Теперь вбивается. А теперь... Все обратно. Ну стоп. А мы все здесь. Я кинула. Кошка, тебя предали. Надо отходить, я тебя трейдер. Отходим, 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 быстрее. Ставит это на ману. Азар сдает гимна. Thank you.
Массакра есть, если что. Отвори, да? Да. Не перестать, не забывайте. Встает. Кошка. Могу СС еще кинуть. Затрою поднимите. Я дал. А у нас платформа заканчивается. Ай! Пал, если можете, бафа дайте. Дверь нет. Увы, да есть. Чтобы нам удобнее было бить. Появляется. Эй, ты что делаешь? Не... Ой! Зачем? Я же ДКшкой. Ой, блин, смотрите, кто пришел у нас. Войско вызывает, да? Да. В пятницу этот убьем. Тут уже надо офиса. Метки аккуратнее ставить. Мы 4 метки или 3 метки на 2 платформы растянули. Это прям дохуя. Там отходить как, ну, как на лишний на уже. Азраил, дай хотя бы баф. Есть, ну. Угу, я буду. Я приду. Я буду тоже. Я тоже буду. Так через Арчев. Точно, я приду. Через Арчев пойти. Ну ты через Арчев проверь. Делаем скрин. И смотрим, кто кого не будет. Я не могу. 19.00 большой шанс, что я не смогу. Но в 8 я точно буду. Mm-hmm.
Ну, у меня проблема с работой, типа, ничего не могу сделать. Ходи, или Фрей, или и того, и того. Так, а что, сейчас не поем? Будет они десяточку, не? Уже поздно, уже все, все спать идут. Те, кто в первом, втором статике, мы же будем это завтра льду добивать десятку. Приходите. Там, смотри, в чем прикол, короче, нам надо будет, наверное, еще престол распределить, чтобы хорошо диспелили эфир по рейду. Потому что у нас почему люди умирали? Когда после эфира начинает кошка прыгать, ну, в лужу забегает. Из-за этого он умирает. Не, ну, не успевает люди в одну точку зайти. Ладно, посмотрим. Залезай вот тут, залезай на летающий.